Да. Начинай, начинай. Скажи, как тебя зовут? Константин. Отлично. Все по чуть-чуть, давай. Можно? Можно. Ощущения не передать. Я всем настоятельно рекомендую. Ходи сюда, сюда. Да, с рожочками можно, можно подпрыгивать. Ага, все. А сейчас еще два шага сделаем на дороге. Нет, ты отходишь уже от него. Держи ключи. Спасибо.